На этом помощь бойцам СВО не заканчивается. 18 февраля в Улан-Удэ проведут благотворительный концерт с музыкой к победе. Впервые на сцене ФСК выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Цена билета – 1000 рублей. Все вырученные деньги переведут на счет ОНО содействием для помощи военнослужащим. Это будут произведения как церемониального назначения, это, соответственно, будет так называемая священная война в начале под вынос боевого знамени. Будет эталонная, как сказать, запись нашего гимна Российской Федерации и, соответственно, гимна Республики Бурятия о родной земле. Есть один номер, не буду раскрывать секреты, в котором будет как бы своего рода смесь русского народного танца и бурятского народного танца. Перед началом концерта в фойе ФСК развернется несколько тематических выставок. Одна из них – всероссийская фотовыставка «Жены героев». На ней представят портреты супруг участников СВО в парадных кителях своих мужей. Возрастное ограничение 6+.